8 ноября в Доме культуры «Спартак» состоялась выставка фотографий времен Великой Отечественной войны. Архивные снимки, представленные вниманию студентов и заинтересовавшейся молодежи города, были собраны активистами Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Мероприятие прошло накануне Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма, проходящего по инициативе отдела по делам молодежи и туризма администрации муниципального образования город Хасавюрт и Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Она направлена на сохранение исторической памяти, на патриотическое воспитание молодежи, чтобы она ознакомилась с теми фактами и событиями, которые происходили во время Второй мировой войны, в частности, Великой Отечественной войны. К сожалению, в наши дни имеет место такое, что молодежь, в частности, забывает про эти события. Мы знаем, что про это нельзя забывать, мы обязаны это не забывать, поэтому сама выставка, сама цель этой выставки – это, конечно же, воспитание молодежи в духе патриотизма и, скажем так, сама цель – это окунуть их в тот период Второй мировой войны. Как отметили организаторы мероприятия, своей экспозицией они хотели привлечь внимание молодежи к вечным ценностям – патриотизму и верности Родине, искренней любви к родной земле, за которую героически умирали на полях сражений, фашистских концлагерях, в лагерях гибли от голода и невыносимой нагрузки в тылу, а также напомнить молодым, в чем заключается настоящая доблесть и мужество. Они ради нас так старались, они рисковали жизнью, многие погибшие, но я надеюсь, нынешние люди, поколения, они будут помнить это, останется в сердцах, в памяти. Погруженные в атмосферу военного времени, студенты смогли по-настоящему почувствовать драматизм фронтового периода. Начальник отдела по делам молодежи и туризма Айша Татаева подчеркнула, что фотографии, отображающие военную деятельность и дух того времени, это результат усердной работы над архивами в дань памяти погибшим и пережившим войну, сохранения истории для живущих и будущих поколений. Эта выставка и экскурсия интересна тем, что буквально эту экскурсию, об этой истории буквально рассказывает их ровесник. Вот этим нашей студенческой молодежи она и интересна. Они очень внимательно его слушают, задают им вопросы. Такая оживленная беседа происходит. Я хочу поблагодарить эту организацию общественную «Молодая гвардия», которые откликнулись на, скажем так, нашу просьбу провести такое вот мероприятие. Мы стараемся, вот отдел по делам молодежи старается как-то разнообразить, чтобы нашей молодежи этот день запомнился. Студенты с вниманием слушали выступления организаторов и задавали вопросы, которые демонстрировали не только их заинтересованность темой мероприятия, но и глубину знаний по истории Отечества. По словам организаторов, выставку посетили около 200 школьников и студентов. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».